защищать детей? Рыцари. Почему? Потому что они самые сильные и смелые. Владимирович Путин. Мальчики должны защищать девочек. И взрослые должны защищать. Какие опасности есть? Собаки, медведи, волки. Лава! Драконы еще. От хулиганов. Еще когда машины вместе врезались. И там, если дети сидят, можно не научиться плавать и в болоте утонуть. А еще можно забыть про тренировку и проиграть. Чего-нибудь тебе страшно бывает? Когда лопаются шарики ночью.